Футбольные лозунги и трансляция матчей для пущей убедительности. Место, похожее на букмекерский клуб, оказалось клубом игорным. В Подмосковье сотрудники ОМВД задержали предполагаемых организаторов подпольного игорного заведения. В помещениях игровых залов, а также по адресам проживания фигурантов обнаружено около 100 единиц игрового оборудования, мобильные телефоны, банковские сим-карты, флеш-накопители, ноутбуки, печати различных организаций и документы. Теперь организаторам подпольного игорного заведения грозит штраф от 100 000 рублей или лишение свободы на срок до 4 лет.